Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить вор золотое издание. Итак, нам нужно, продолжаем, короче, выбираться из этого проклятого особняка. Вот, мы с вами, так сказать, теперь должны выполнить похоронный ритуал над телом призрака. Вот, мы нашли с вами... Четки, святой символ сделали, благословили его, нашли молитвенник, свечу, и теперь нам нужно сделать похоронный ритуал. Так, для начала давайте найдем, короче, то место, где, собственно, надо сделать этот похоронный ритуал. Так, могильные плиты, ничего не... Это что? Здесь покоится брат Мартелла. Ага. Сюда, судя по всему, нужно отнести тело брата Мартелла. Но этим мы займемся позже. Так, это что? Здесь покоится брат Мурус. Так, погоди, а призрак у нас Мурус же зовут, да? Точняк. Это получается сюда. Здесь нам надо будет похоронный ритуал сделать. Так, окей, давай еще посмотрим. Ой, интересно. Может, еще что где лежит? Грешно, правда, так делать, но... Так, здесь ничего. Надо, собственно, Рено, наверное, да? Брат Рено, окей. Брат Рено. Так, окей, ну давай отправимся... Там ничего не лежит. Давай отправимся... Делать ритуал, в принципе. Так, окей. Что нам нужно? Так, коснуться четками могильного камня. Окей. Коснуться четками могильного камня. Так, где мои четки? Где четки? Так. Я коснулся? Погоди. Коснулся, наверное, да? Получается. Так, поставить на могильный камень свечу. Окей. Свеча. А в смысле? А чё не ставится ничего? Я не понимаю. Почему ничего не делается и ничего не ставится? Интересно, девки пляшут. Так. Коснуться четками могильного камня, поставить на могильный камень свечу, прочитать молитвенник, коснуться могильного камня благословенным символом. Что я не так делаю? Кто подскажет? Какой-то брат Мурус. Окей. Так, четки. Свеча. Что не ставится-то? Свеча. Там что-то молитва. Молитвенник. Не понимаю. Я не понимаю. Погоди, а давай-ка вернемся к этому, к призраку туда, где он стоял. Но его там не было, в принципе. Что за дичь? Что за дичь? А драки нет. Ну давай сейчас посмотрим, короче. Бляха. Ты-то здесь откуда взялся, а? Я ж тебя вроде... Отвали.
Леха ускорился-то как, а? Так, хорошо. Где его здесь нет? Может, в сортире сидит? Что за дичь? Почему? Почему не работает? Я вроде все нашел, вроде все сделал. Так, погоди, святой символ. Потом. Потом. Молитвенник, окей. О, мастер-создатель, мы просим тебя благословить брата нашего, кто усоп у тебя в услужении, прости ему грехи его при жизни и возблагодари его за службу его тебе. Молот и наковальня, огонь и горн очистят дух его и изгонят из него все, что не соответствует планам твоим. Возьми его в услужение в доме твоем, где он почиет в мире навеки. Не там я прочитал, короче, молитву. Так. Прекрасно, это святой символ нам подойдет. Вижу, у тебя есть вещи, чтобы провести ритуал посвящения. Встретимся на моей могиле на кладбище. Окей. Погнали. На кладбище. Меч я уберу. Так, в принципе, побыстрее движется. Вот оно что. Надо было его, короче, призвать. Призвать этого призрака туда на могилу. А теперь, я думаю, сейчас все будет отлично. Сейчас будет все хорошо. Где там? Начнем, мой друг. Взмахни четками над моим могильным камнем. Давай. Погнали. Раз. Два. И где? О, мастер-создатель, мы просим тебя благословить брата нашего, кто усоп у тебя в услужении, прости ему грехи его при жизни и возблагодари его за службу его тебе. Молот и наковальня, огонь и горн очистят дух его и изгонят из него все, что не соответствует планам твоим. Возьми его в услужение в доме твоем, где он почиет в мире навеки. Коснись моего могильного камня святым символом. Святой символ. Наконец-то! Мои молитвы были услышаны. Душа моя свободна. Благодарю тебя. Ты спас мне душу от вечного скитания. Но я еще должен помочь моим друзьям найти успокоение. Я уже приготовил для них усыпальницу, но мне нужна твоя помощь, чтобы повести их тела в могилы. Первый — это брат Рену. Он умер в тере собора. Пожалуйста, возьми его тело и повести его в могилу. Так, Рено. Брат Рено. Ну, погнали. А, вот, да? Вот он стоит. Так, брат Рено. Он... Да иду. Надо в подвал. Кстати, так в комментах никто и не написал про ключ с винным погребом. Куда и зачем нам нужен этот ключ? Где его применять? Где мы видели дверь, которая не открывается? Так, брат Рено в подвале. А погоди, а брат Рено не в винном погребе? Вот это похоже на винный погреб. Ключ. Так. Может, ключ нужен был для этой двери? Леха. Может, ключ нужен был для этой двери? Но мы ее взломали, короче, этим отмычками. Хотя, блеха. Хотя хз. А, он что, не открывает так? С трупом в руках. Обычно же ключи, которые сюжетные, которые, в принципе, нужны, да, обязательно, типа, использовать их, то двери такие не открыть отмычкой.
Но вот это вот больше похоже на винный погреб было, да? Бочки видел, там бутылки винные стояли. Хорошо всех очистил, бляха. Хорошо местность, да, очистил. Сейчас бы тут замучился бы. С трупом в руках. С одним, сейчас еще и второго надо будет нести. Получается. Так, брат Ренов здесь. Я не знаю, кто ты такой. Но благодаря тебе я могу наконец покинуть этот бренный мест. По очереди, пожалуйста. Вот единственное, чем я могу отплатить тебе. В зимнем тоннеле, что под лестницей, найди комнату с фреской. В правом верхнем углу фрески тайная кнопка. Нажми эту кнопку. То, что ты там найдешь, твое. Так я отблагодарю тебя. Прощай. Пожалуйста, похорони брата Мартелла. Он умер в келье собора. Так, окей. Что он сказал? Какие? Чего? А, фреска. Где фреска? В зимнем собор... Зимний собор? Или где? Сад. Тайная... Бляха. Тайная кнопка где-то в зимнем... Здравствуй. В зимнем соборе каком-то. Бляха. Да ёпти мать. Злина. Да дай бы, да сука, да. А-а-а, быстрей. Собака урод. Собака урод. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Бляха, надо жизнь. Опасно очень. Я просто хотел. На. Я просто хотел, короче, это исцелиться там в соборе, не тратить зелье. Так фрески. Кто помнит, где фрески-то находятся? А... Да, бляха, один тут настырный такой, вот этот вот достанет, вот этот зомбарь, вот этот настырный один. Вот достанет. Вот. Так, ладно, давайте похороним, короче, брата Мартелла, а потом уже будем понимать, где там, что там за фрески. Открой дверь. Так, на чердак. На чердак. На чердак. Эк. А ну-ка. Во-во-во-во-во, погоди, вот эта дверь, которую мы не могли открыть, нет? Нет. Яха. А почему галочка у меня... Я вроде всех убил этих хантов, почему галочка-то не стоит? По-моему, правильно иду, нет? Где-то здесь же. Да, вот он. Так, здесь никаких фрески нет? Не успел. Прижала, падла. Так, разобьюсь, если я спрыгну. Прекратим путь. Отлично.
Значит, еще одна, смотри, дверь, которая закрыта, которую бы еще не были. Как. Опа, тихо. Погоди, читали мы это? Послушник, проходивший вчера вечером через кладбище, поведал, что видел, как там бродила странная светящаяся фигура. Но когда захотел он рассмотреть ее поближе, видение исчезло. Все, кто слышал об этом, смеялись и говорили, что причиной видения был чрезмерно выпитый эль. Но я бы так быстро не стал отвергать эту историю. Я помню похороны возлюбленного нашего брата, Муруса. На прошлой неделе я ощущение, что что-то не так. Мне не следует рассказывать эту историю брату Мартелло, поскольку он был столь дружен с братом Мурусом и до сих пор скорбит об утрате. Кстати, мы вот это не читали, да? Интересно. Мы должны были прочитать его перед с первой встречей, короче, с этим, с Мурусом. Ну, ладно. Что ж поделаешь? Что ж поделаешь? Бывают в жизни огорчения. Так. Опять, наверное, встанет. Игорь достанет, достанет. Так, погоди, а вот эти, давай подумаем, с этими вот усыпальницами, с этими... Так, усыпальницы, я предполагаю, усыпальницы это вот эти вот большие, помнишь, такие саркофаги, которые вот мы несколько штук видели. Может, стоит, надо вспомнить, где они находятся, мы же несколько штук видели таких, да, надо вспомнить, где они находятся и посмотреть, проверить. Ключ от арсенала. Это арсенал. Это арсенал, короче, который. Понятно. Помоги призраку. Окей, мы это все сделали. Да, смотри, галочка появилась. Мы убили всех хантов. Мы все это сделали. И теперь галочка на все появилась. Я думал, галочка будет появляться на каждый. Она появилась над общей. Окей. Нам нужен арсенал. Так, а мы знаем, где арсенал, короче. Опять гуляет. Мы знаем, где арсенал теперь. Вот. Но. Давайте попробуем мою теорию с этими с усыпальницами. На тебе. Все, он хоть вот здесь упадет, и теперь хоть чуть подальше. Теперь нам, в принципе, на кладбище-то не надо. Так, усыпальница, по-моему, вот здесь одна была. Где-то. Там в самом начале где-то была усыпальница, я помню. В первых кельях, в которых мы были, да? Так, здесь нет. Или наверху. Погоди, давай посмотрим. Или наверху. Так, меч надо убрать, это, чтобы побыстрее бегал. Какие усыпальницы? Вот, усыпальница. Так, фрески. Что такое фреска? Фреска, я предполагаю, это типа картины, что ли, да? Или накидка, или что это. Так. Нет здесь нигде этой тайные кнопки. Нет ничего, да? Что не нажимается? Окей, ладно, может быть не здесь. Может вообще неправильно. Может я вообще неправильно думаю, мыслю. Фреска, вот это вот может фреска, нет? Фреска это вот что-то типа такого, вот такого, вот, знаешь, вот что-то такого. Ладно. Да, я может это туплю и не знаю. Так, а снизу были какие-нибудь усыпальницы? Или? Мне просто даже интересно, что там такое, что там такое лежит. Раз так спрятано вообще жестко, что там такое? Или вот эта фреска, погоди. Может, вот эта фреска?
Тайная кнопка, тайная кнопка. Тайная кнопка. Ищем тайную кнопку. Вот это вот прям такая, знаешь, подозрительная. Может, это и есть фрец? Да ладно! Я угадал. А куда я наш... А где кнопка-то? Я кнопки-то не вижу. Значит... Стрелы. Вот и... Блеха, блеха, блеха. Вот раньше бы... Вот... Ай, раньше бы это все. Раньше бы это все, когда здесь куча врагов было. Так окей, а теперь отправляемся с вами. Ну, чисто арсенал, да? Отправляемся теперь в настоящий арсенал. И мы читали, там была бомба. Бомба. Погоди, а это выход же? Не надо эти ворота взорвать бомбой? Или что? Или ту входную дверь надо взорвать бомбой? Так, ладно, сейчас бомбу возьмем и разберемся. Так, на чердаке. Окей. Чердак, окей, ключ оружейный. Хорошо. Ни хрена себе это. Это бомб. Ни хрена себе такой пакет. Жесть. Так. Заряд взрывчатки. Так, здесь еще чтиво. Осторожно, предмет сей мощное взрывное устройство. Только обученный взрывному делу должен использовать его. Разместить близ выбранных ворот или опускающиеся решетки. Устройство приводится к действию, в действие огнем. До взрыва надо найти надежное укрытие. Примечание. Сила взрыва недостаточна для разрушения стен. Следует применять для разрушения ворот и других не особо прочных конструкций. Окей. Понятно, но мы взорвем дверь. Мы взорвем дверь, которая закрыта. Так, сокращение. Сокращение. Взорвем дверь, которая здесь. В смысле? Пока! Вообще все закрыли, что ли? А, нет, смотри, то я могу дверь открыть. Я думал... Специально сделаю, что не открыть. Я хитрожопый. Я сейчас открою, короче, и там взорву. Да-да-да. Тут дверь я взорву. Так, хорошо. Так, а где бомба? Погоди, а как она взрывается? Как она взрывается? Стрелой? А может, не зря это огненные стрелы дали? Так, давайте. А что, дверь нельзя? Бляха. Так, погоди. Теперь давай, короче, те ворота попробуем. Те ворота. Эти не взрываются, давай те попробуем.
Где они как? Я забыл уже. Что именно взрывать-то надо? Вроде нигде ничего не сказано было, где что взрывать. Так, а погоди, а где? А где ворота-то? Здесь где-то? Бляха, забыл, где ворота-то. Так, это у нас... Я только что там был, бляха. Так, ладно, давай пойдем вот так. Я шел здесь. Спускался здесь, потом там поднялся наверх на лифте и вышел как раз к тем воротам. Поехали вниз. Слишком медленно. Слишком медленный лифт. Надо как-то улучшать технологии. Так. Вот эти вот фреска, да? Я, по-моему, шел, потом вот сюда шел. Вот здесь я потом поднялся, да? Не раздавит. Все, поехали. Все, поехали. А, бляха, ворота-то. Вот где. Вот где ворота-то. А, где они, где они? О. Так, окей, а, давай-ка. Это что? А, топ лежит. Звучит. Так, окей. Раз. Бляха, не там смотрю. Думаю, что за дичь. Так, теперь чётенько надо попасть. Точняк. Бляха, а меня что, задело это? Ладно. Что я с тобой надеюсь? Отдать заказчику. Отдать заказчику. И чё? И в смысле? Покинуть этот собор. Вон оно чё. Вот так. Окей, друзья. Собор, кстати, ну, прикольная, да? Прикольная миссия, короче. В принципе, все. Мы нашли глаз. Нам осталось отдать его Константину. И посмотреть, что будет. Вот. Что будет. Ну, это будем уже делать в следующей серии, я думаю, да? Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся в Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.